Приветище! Это Medieval Dynasty, и мы продолжаем выживать в Средневековье. А именно, строить свое поселение, нашу ферму и создавать свою семью, а именно династию. Короче, смотри, у нас есть глава 3 «Доброе утро, мои соседи». Соседи меня уже давным-давно послали. И еще есть одна задача – удачный флирт. И как ты помнишь из прошлого видео, пофлиртовать мне так и не удалось. Все дамы меня отшили, поэтому зимовать я буду один. Но я хочу еще привлечь сюда поселенцев. А привлечь как? Правильно, строительством домов. Построю еще один домик, и может быть что-то да получится. Значит, берем в руки топор и начинаем месить деревья. Достаем и рубим. Оу, хорошо как, а? Что, на меня падает? Или не падает? Смотри, оно не падает. Это как? Что за дивное дерево? Давай толкнем. Хо-хо-хо. Вот это поворот. Подожди, а если еще раз его долбануть? Пошла вода горячая, нифига себе. Чуть не зашибло. Отлично. Значит, подбираем полено. Вот так вот. Из всего этого будем строить новенькую халупу. Ну вот, материальчики у нас уже имеются. Давай попробуем построить домик. Не знаю, правда, где его построить, рядышком или не рядышком. Сейчас попробуем, вот. Так. Ну, а может быть напротив? Вот так вот его поставить? Не, вид будет закрывать. Хотя, если я выберу вот этот новопостроенный домик, то у меня будет отличный вид. Так что ладно, давай построим дом. Вот. Чудно, у меня прям на речку будет вид. Можно будет с окна в речку заныривать. Обалдеть. А вот этот дом будет гостевым. Ну как гостевым? Для кого-то, в общем. Значит, что нам нужно? Где моя отвертка, хотел сказать, но отверток еще тогда не было. Где мой молот? Молот, молоток. Вот он, молоток. Значит, приступаем. Полено, еще нужно полено. Сейчас. За поленом сбегаем. Ох уж эта осень, она уже заканчивается. Скоро придет зима, все засыпет снегом. А я, блин, одинешенько, буду греться в одиночестве у костра. Блин, ну если, конечно, этой осенью ко мне никто не придет жить вместе со мной, то я пойду в ближайшую деревню и там просто всех молотком задолблю. Ну как так, я тут дом построил, значит, такой зачетный. О, а они ко мне жить не пришли. Тот щавельный борщец, а? Топорик сломался. Ладно, сейчас новенький сделаем. Что там для топора нужно? Камень. Пошли в лес искать камни. Вот этот булыжник не подходит. Стрелять, колотить, а? Только думал, все наладилось. Дома строю. Все инструменты есть. А он хлобыч и ломается, этот инструмент. На дом падает. Ты посмотри. Фух, не упал, слава богу. Но в реальной жизни был бы хана мне. Свой же дом угробил бы сейчас. Пить хочу, пить. Из болота выйдем, вот здесь вот. Хлебнем водицы болотистой, да продрищимся потом. А, ничего, в средневековье это обыденное дело. Что-нибудь сожрать не то или выпить не того, а потом это, целый день, чтоб тебя поносило. Блин, уже ночь на дворе. Ну, как ночь. Скоро будет. Через часа 2-3. А у меня еще дом не готов. Я думал, что я засветло успею. Чертовы палки закончились. Это катастрофически вообще проблематично пойти их сейчас собирать. Потому что если сейчас стемнеет, то я ж ни шиша видеть не буду. Хотя у меня есть факел. Нет, надо его убрать, я же в лесу. А тут сухо. Еще весь лес спалю. С моей-то удачей. Кстати, а факелом можно махать? Подожди. Не, походу нельзя. А так было бы прикольно от волков отбиваться. Все, доделаем по-быстренькому крышу, если успеем, конечно. И надо бы спать. Так, солома осталась. Пойдем по речке пробежимся. Вот он, тростник есть. То, что нужно. Собираем. Все, уже сумерки. Но думаю, что к ночи успею. 100%. Тут всего лишь крышу накрыть осталось. Вот так вот. И можно будет заночевать в новом домике. А окошечко-то смотри.
прямо на речечку выходит. И вправду может с окна заныривать. Молот сломался. Деревянный молот, чтоб его. Это же молоток. Как он мог сломаться вообще? Ладно, сейчас новый сделаем. Реально, инструмент из Китая привезли. Ох уж это средневековье. Все. Дом готов. Кровати есть, костер есть. В ящик сейчас закину. Что закину? Закину. Продовольствие, мех закинем. Надеюсь, тут нет еще воров. Немножечко выкинул. Место освободилось. Может теперь подрыхнуть. Можно же подрыхнуть, да? Спать. О, да. Еще одна ночь, и будет зима, наверное. Ладно, пойдем. Пришло время совершать подвиги. А еще я бы хотел сделать здесь дорожечку. Я же могу сделать дорожечку? Подожди. Где-то я тут видел, вот, сельское хозяйство, дома, это не то. Во, дорога. Можно сделать дорогу. Все, подожди, попробуем это реализовать. От дома к дому, как говорится. О, тропинка, смотри, тропинка появилась. Кошерно. Так, а теперь отсюда нам нужно сделать тропинку туда. Вот так вот. Ну-ка. Ёк-макарёк, ты посмотри. Чудеса прям. Круто. Вот и тропиночка у нас есть. Блин, пожрать надо, пожрать. Я голодный, голодный как волк. Лепешечку сейчас схаваем по-быстрому. Ну чё, у нас теперь есть два дома. Один как бы для меня, для моей семьи, а другой для вновь прибывших. Пойдем в деревню, попробуем кого-нибудь заманить. Йоу, деревенщины, всех приветствую. Приглашаю в мой цивилизованный новый город, состоящий из двух домов. В принципе, они такие же, как у вас. Короче, вы живете в деревне, а там цивилизация. Предлагаю переехать ко мне. Мадам, здравствуйте. Вы не хотели бы переехать в новый цивилизованный город? Я вас пока еще недостаточно хорошо знаю, необходимо одобрение 70. Ого! Пойдем-ка в другую деревню. Так, товарищи, мне нужны поселенцы. Не хотите, вот, например, вот и Задар? Не хочешь ко мне переехать? Я создал новое поселение, погнали ко мне. Я вас пока что еще недостаточно знаю, необходимо одобрение 70. Да вы задрали! Всем под 70 надо. Блин, ну я не знаю, может быть вот со старухой зафлиртовать, а? Сколько ей лет? 55 лет. Ай, ну ладно, давай попробуем. Я хочу вам кое-что сказать, прекрасная леди. И она такая на английском. Sorry, but I am married. Короче, она меня послала. Понятно. Даже бабушки меня отсылают. Подальше куда-нибудь в баньку. Так, ну ладно, раз, короче, меня везде обрили по полной программе, пойду я в лес отшельничать. Ягод пособираю, что ли, там, на зиму запасы сделаю, да еще и по пути забегу вот сюда, по вопросу Юнигоста, где карта-то? Карта, вот сюда нам нужно с тобой. Кусты с ягодой, обалдеть, шикардятина. Надо все это забрать. Я как Мишка косолапый, на зиму запасы делаю. Вышел на какую-то тропиночку, отделанную забором. Не понял. Тут кто-то забор сломал. Тележка укатилась, смотри. Есть тут что? Это же бурдюк. Нифига себе. Бурдюк нашел. Круто. Кто-то его тут оставил. Тут и речка рядышком есть. Хотя это не речка, это какое-то болото. Там кролики вон бегают. Попробовать в этом болоте бурдюк набрать, что ли? Вода, дринк. Достаем, значит, бурдюк и набираем. Да не факел, дубина, бурдюк наполняй. Во. А выпить можно? Можно, смотри. И запасы жидкости у меня пополнились. Такой звук, как будто я себе палец на руке сломал. Вы грязны. Ну, естественно, я грязный. Бегаю тут в каком-то поле, в лесу. Вонючий. Весь потный. Ну, прям нарадоваться не могу. Ты посмотри, какая тропиночка. Круть. Осталось только забор сделать. Как насчет забора, кстати? Вот, заборы. А, ну понятно. Ни один из заборов еще построить я пока не могу, потому что я рукожоп. Не обучился этому делу. Из всего, что я умею, знаешь, что я могу сделать? Я могу сделать грядки. Вроде бы как грядки. Давай сделаем. Вот здесь вот поля и растениеводство. Поля могут быть 16 на 16, индивидуальный налог. Ух ты! Прикинь, за каждое поле я еще должен буду налоги платить. Чтобы иметь возможность взращивать что-то на нем, необходимо сначала вспахать его мотыгой.
Для посева необходимы соответствующие семена. Сумка является инструментом для посева и имеет отдельные режимы для каждого типа семян или навоза. Вот так-то, ты прикинь? Ну ладно, пусть у меня будет одно поле. Вот это вот кусочек земли, это типа мое поле, за которое я еще должен буду налог потом в будущем заплатить. А еще мне нужна мотыга. Так, ну мотыги... Мотыга. Не хватает ресурсов. Сейчас мы сделаем мотыгу, значит нужна палка. Пойдем поковыряемся в лесу, сейчас наберем палок. Главное на волков не напороться. А то они меня тут сожрут же. О, палочки нашлись. Так, на всякий факел зажгу. А то без факела совсем как-то скучно. Все, палки набрал. Давай попробуем. Тихо. Тьфу ты, блин, олени тут разбеглись. Я уж чуть не кирпичей не наделал тут под кусты. Так, значит, мотыга. Делаем ее. Теперь бежим к нашему полю, чтобы протестировать. Достаем. И попробуем сейчас спахать. О-о-о. Сумка удобрения необходима. А сумки-то у меня нету. Я ее могу где-то купить, либо сам шить. Но шить-то я сам не умею еще. Блин, фигово, что палочки убрались. Как же я тогда поле-то потом буду различать? Где поле, а где дорога? Буду по этому полю бегать. Потом надо будет в деревню сбегать, купить у кого-нибудь семена и попробовать что-нибудь посадить. Надеюсь, без сумки получится. Давай поспим, там все ясно будет. Спать. Мимо проходит странствующий торговец, и он рассказывает вам о своих товарах и далеких странах, которые он видел. Он говорит, что может научить вас нескольким трюкам для того, чтобы получить более выгодные сделки. Но, безусловно, за определенную цену. Короче, он смотри, что хочет. Конечно, я могу воспользоваться некоторыми советами. Он, короче, хочет взять с меня 200 монет и дать мне плюс 500 навыков дипломатии. Либо я могу ему отказать. 200 монет у нас есть. Покупаем. Вы узнали кое-что о том, как добиться чьей-то благодати. Вы приобрели дипломатические навыки. Круто! Надеюсь, мне это пригодится. Ого-го-го-го! Новый уровень дипломатия. Что там на улице? Смотри, осень. А я думал, зима сейчас будет. Все желтое такое. Прикольно. Значит, сейчас только осень началась, по всей видимости. Или скоро снег пойдет. Короче, я пока не въехал. С этими сезонами. 2 очка у нас есть, и мы можем их вкачать в знания дипломатии. Короче, наверное, мне нужно вкачать Ромео, смотри. Ромео, потому что мне нужно пофлиртовать по квесту, а я все никак не могу это сделать. И тут написано, что на 10% больше любви от квестов на завоевание сердца. Так что давай, наверное, мы вот это вкачаем. И дипломатию тоже вкачаем. Дипломатия дает увеличение репутации на 20% после решения проблем. Все. Мы вкачались. Теперь у нас больше шансов завоевать чье-нибудь сердце. Давай посмотрим по квестам. Че? О, отлично. В этой деревушке появились дополнительные квесты. Пойдем. Попробуем наши новые дипломатические навыки. Дамы, мадамы, здравствуйте. Я хочу с вами поболтать. Давай мы с тобой просто поболтаем. Есть у вас минуточка? Конечно. Вы видели того благородного, который проходил мимо? О, смотри, одобрение плюс 5. Отлично, плюс 55. Одобрение у нас с ней. Хорошая погода у нас сегодня, не так ли? О, смотри, одобрение плюс 5. Еще 10% и, возможно, я добьюсь ее доверия. Хочу вам кое-что сказать. Да? О, смотри. Кажется, у меня тут кое-что наклевывается. Я не хочу больше тратить и минуты этой жизни без вас. Выходите за меня. 0 шансов. Я восхищаюсь вашей... преданностью вашей работе. Вы заслуживаете самой высокой похвалы за это. Непонятно, что мне она ответит на это. Знаете, по дороге сюда я увидел букет красивых цветов и сразу подумал о вас. Что бы ей сказать? Я восхищаюсь вашей преданностью вашей работе. Давай, наверное, вот так вот скажем. О! Репутация династии плюс 50 и привязанность плюс 10. Круто! Мы должны пойти куда-нибудь пообедать у реки. Я слышал, в это время года действительно красиво. Так, привязанность плюс 2. Я хочу вам кое-что сказать, и она мне говорит, знаешь что? Извини, но мне нужно немного больше времени для того, чтобы обдумать то, что вы сказали мне ранее. Ну капец, ладно, все, я пошел. О! Я пофлиртовал, и теперь у нас глава 4 в дикую местность.
построить охотничий домик, охота на лиса и охота на кабана. У-ху-ху. Вот это да. А подожди. Разве я уже могу устроить охотничьи дома? Выживание. Охотничий домик. Нет, не могу. Короче, мне нужно выживание прокачивать, чтобы открыть охотничий домик. А выживание качается тогда, когда я собираю грибы, либо охочусь на кого-нибудь. Понятно. Короче, сейчас нам придется пойти поохотиться на лис и на кабана. Смотри, грибы появились. Правда, они на поганки больше похожи. Гриб-зонтик подобрал. Мухомор. Смотри, сколько их тут. Обалдеть. Все это собираем. Надо посмотреть, они съестные или нет. Еда. Гриб-зонтик. Да, их можно есть. Пищевой ресурс, который можно есть сырым. Круто. Собираем, значит, больше. Лисички. Я думаю, что нам нужно еще сделать побольше копий. Весь прикол, что она теперь будет сливаться с местностью. Все такое, видишь, желто-оранжевое, а лиса же она рыжая. И она будет очень... Опс, вот это я нарвался. Стой. Да пошел ты! Капец! Он еще завыл, и есть вероятность, что другие волки прибегут. Нет, не прибегут? Вот это я нарвался. Так, значит, копье забираем. А тушу разбираем. Отлично, мех, мясо есть. Смотрим, что у нас там по поводу выживания. О, выживание качнулось. Раньше было 8 единиц, сейчас 11. Но этого все равно недостаточно. Продолжаем охоту. Еще один волк, смотри. Че ж мне вас... На вас так фартит-то. А? Волчары. Блин. О, мне еще чуть-чуть, и я кони двину. Надо будет где-нибудь подхилиться. Только где? Значит, снимаем шкуру. Все, годненько. Давай посмотрим, что нам восстанавливает здоровье. Есть фруктовый пирог, который восстанавливает здоровье. Его, пожалуй, и съедим. Он был единственным у меня. О, лисица, смотри. Блин. Промахнулся. Стой. Есть. Лисица готова. Снимаем шкуру. Так, еще двух лисиц надо. Во-во-во-во-во. Кажется, кабаны. Фига себе, кабанчик, это же медведь. Так, пожалуй, я пойду отсюда подальше. А то он меня загрызет тут нафиг. О, еще одна лисица. Так. Готово. Осталась последняя. И вот последняя. Все. Последний лис. Больше мне охотиться на них не нужно, это хорошо. Остались только кабаны. Ну, а кабанов, насколько я помню, я здесь не видел в нашей местности. Придется куда-нибудь пойти в горы. Но это уже будет в следующем видео. Если тебе понравилось, то не забывай ставить лайк под этим видео и подписываться, чтобы не пропустить следующих крутых видосов. А на сегодня все. Я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео.